Всем привет, ребята! И сегодня я снимаю знакомство с тем чуваком, которым я вчера... Не знаю, ну ладно. И, кстати, я изменила свою ось и всех своих персонажей, потому что я... Не знаю. Так мне захотелось. Угу. Так что все, давайте начнем. Так, ну где же он? Что он там делает? Когда он уже придет? Ой, блин, ну где же он? Когда он придет? Блин, я залагал, ну ладно. Ну блин, где же он? Когда он придет? Реально. Ребята, кстати, уже 6 часов вечера. Скоро стемнеет. Ладно, мы посидим. Ой, то есть не 6, 5. Все, ждем его. Я пойду пока что мороженое куплю. Не, здравствуйте, можно просто хот-дог? Угу, знаете. Спасибо вам. Сейчас я поем быстренько и дождусь. Уже прошел час. Я его только жду. Я его еще жду, ну ладно. Так, фух, успел. Привет. О, пришел. Я тебя сейчас жду уже. Ой. Ну понятно. Ну что, ну понятно. Я уже тебя жду час целый. Понимаешь? Угу. Так, это надо положить сюда. А это что? Неважно. Короче, как тебя зовут? Меня. Джо. Понятно. И тебя. Ой, ты чё, я не садятся не. А тебя-то как зовут? Меня. А давайте скажу в конце. Я в конце скажу свое имя, окей? Ну ладно. Говори в конце, мне все равно. Сколько тебе лет? Мне 19. Исполнилось. Ой, то есть мне 18. Тьфу. Мне 18. А тебе сколько? Ну, мне вообще 17. Понятно. И уже летом 13 августа. Ой, тьфу, 6 августа. Мне будет 18. Уже следующим летом исполнилось 17, только это этим летом. А мне 18 этим летом исполнилось. Значит, ты мне старше на год. Угу. Так, ну ладно, давай. Ой, тогда поближе познакомимся или что? Угу. А ты с родителями живешь или без? С родителями, да я тоже. Никак не могу нормальный дом найти. Угу. Все хорошие дома уже заняли. Понятно. Кстати, уже как-то темновато становится. Угу. Кстати, это тебе. Спасибо, это что? Вау, какое красивое кольцо! Я в него влюблена. Ты типа на что-то намекаешь? Да нет. Вообще, ты когда... Сразу, когда тебя увидел, ты мне очень сильно понравилась. Я так подумала, но думала, то, что ты уже все со мной дружить и разговаривать не будешь никогда. Ну, вообще-то я так не думала. Просто. Была и так не очень хорошее настроение. Потому что не могла найти кабинет директора. Понятно.
Кстати, зачем мне это кольцо? Вообще, я хотел тебе предложить, чтобы ты была моей девушкой. Реально? Ну да. Ты мне сразу понравилась, говорю же. Вместе найдем дом, будем там вместе жить. Хороший дом найдем. Ну, я даже не знаю. Да, вообще, я боялся тебе это предложить. Пальцо-то красивое, спасибо. Но по поводу этого, ну ты реально тоже красивый, но я даже не знаю по поводу этого. Ну, говори ответ. Я сейчас подумаю немножко. Я сейчас пойду пока что на мороженое куплю. Окей. Ребята, интересно, не соглашаться или нет? Мне кажется, да, потому что он реально красивый, характер у него нормальный. Ладно. Так, здравствуйте. Можно мне, пожалуйста, одно клубничное, один мятный лед, фруктовый, это, короче, мороженое с мятой и розовое. На. Спасибо. Так что? Я поняла то, что я согласна. Спасибо большое за кольцо. Оно очень красивое. Сиреневым камушком. Пожалуйста. А, кстати, как тебя зовут? Меня Полина зовут. Очень красивое имя. Ну, тебя тоже. Какой вкусный. Кольцо тоже очень красивое. Ну, прям вообще очень красивое с таким прозрачным камушком. Вот, я вижу себя через это кольцо. Ого, какое оно крутое. Ну да, мне тоже оно очень понравилось. Вот, ухватил самое красивое и последнее. Понятно. Мне тоже оно очень нравилось. Я хотела его купить, но цены очень были дорогие. Так давай сразу уже найдем какой-нибудь хороший дом. Хорошо. А, я знаю, есть такие квартирки. Можем туда заселиться. Там как раз моя подруга живет. Нанизу. Она мне звонила, говорила. А, понятно, давай. А мы на каком будем? На втором. Они на нижнем живут. А, понятно. Я как раз я познакомлю с моей подругой. Ну, хорошо. Ладно, все, мы тогда пойдем. Окей, куда? Ну, не знаю даже. Давай куда-нибудь пойдем. В местечко какое-нибудь. Ты меня там с своей подругой познакомишь. Давай. Ну а если вы хотите увидеть продолжение, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!